Точечная застройка против здравого смысла. Жители Октябрьского округа пытаются спасти сквер на пересечении улиц Кирова и 15-й рабочий. Избавить омичей от парковой зоны решил арендатор земельного участка. Компания «Фортуна» в самом центре зеленой зоны планирует построить торговый центр. В ситуации разбиралась Динар Ганиева. Возле уже расчищенной стройплощадки десятки людей. Это жители сразу нескольких домов по соседству. Около 20 лет они ухаживали за небольшим сквером и аллеей. И появление строительной техники восприняли как оскорбление. На месте, где гуляли они и надеялись, будут гулять их внуки. Уже начинают возводить торговый центр. Никакой пользы не будет. У нас этих торговых центров по городу очень много. И у нас в микрорайоне достаточно. А сейчас что получается? Вот эту стену мне здесь поставили. И все. Дороги здесь уничтожат однозначно. Здесь вот этого ничего не будет. Здесь все. Потому что заезжать будут сюда и длинномеры, и краны. Дети на велосипедах катались, на роликах. Пожилые всегда гуляют по аллеям. Всегда, абсолютно. Оказалось, детям из окрестных домов еще повезло покататься здесь на роликах. Участок потерял статус сквера 7 лет назад. А в 2013-м эту самую землю на одном из омских сайтов уже продавали за 3,5 миллиона рублей. Продавец расхваливал его как хороший вариант для строительства в парковой зоне. Так что все документы у застройщика есть. Несмотря на то, что омская мэрия пыталась остановить разрушение сквера, в суде чиновники проиграли. Их обязали заключить бессрочный договор на аренду земельного участка и, кроме того, разрешить на нем строительство. Ну, я знал, что здесь какие-то проблемы были с арендой этого участка. Мои юристы отработали, все чисто сегодня по документам. Поэтому у меня никаких опасений по поводу строительства не возникает. Рассматривается вариант, может быть, это частный садик будет. Торговый центр начнет работать уже осенью. Строители обещают, рубить деревья не будут. А рядом с магазином появится парковка и асфальтированный заезд. Жители собираются подать в суд, но шансы выиграть минимальны. Случай на Кирова один из десятка подобных. К примеру, летом этого года скверу Дворца молодежи «Химик» вырубили, чтобы построить ресторан быстрого питания. В мэрии, как правило, винят самих горожан. На публичные слушания, которые обязательно проходят перед тем, как чиновники принимают решение, застраивать сквер или нет, омичей не приходят. Правда, их об этих собраниях информируют редко. Динара Ганеева и Анатолий Серов. Новости здесь. Омск.